Дамы и господа, добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня я хочу вам показать игру Воксатрон. Игра находится довольно-таки в ранней альфа-версии. Музыки, как вы видите, нету в главном меню. Здесь есть только вот такие вот звуки, когда мы выбираем что-то. Но уже есть какие-то дизайнерские вещи. Это мы все с вами посмотрим. И карт. Ну что, картриджи это по-русски. Созданные людьми, можно их обновлять, листать, играть в любой картридж, так называемый картридж. Здесь это, грубо говоря, игра в игре, да? Давайте сначала посмотрим, что это вообще из себя представляет, а потом под возможностями поболтаем. Альфа-картриджи, которые сделаны своими разработчиками. Ну, тут какие-то есть даже вещи непонятные. Ну, давай, ну, например, есть арена. В арену я поиграл в конце уже, вы все посмотрите, я записал без комментариев, просто увидите вообще, какие тут монстры бывают и так далее. Ну, например, давайте робот и снежный дракон. Ну, это такое прохождение, мы появляемся с вами на какой-то полянке. Welcome to Voxatron. Как видите, игра состоит из вокселей, в принципе, поэтому она так и называется, Voxatron. Здесь полностью все разрушаемо. Можно даже спилить дерево, да, как я это делаю. Бам, оно падает, разрушается. Ну, давайте начнем. Вот мы заходим в какие-то ворота и начинают лезть на нас монстры. Что такое? Мы бегаем, стреляем в разные стороны, отстреливаемся, какие-то с монстров падают штучки. Ну, я так понимаю, эти штучки, так называемые, дают нам просто очки. Здесь есть увеличители очков, точнее говоря, множители очков. Различные бонусы, например, заморозка, да, все монстры замораживаются. Такая аркадная, ареновая, даже не знаю, как это назвать. Вот бочка, бочка с нечистотами, видимо, это была, я ее взорвал. Стреляющие монстры, конечно же. Трипл-шот, да, улучшение моих патронов. Теперь вот смотрите, 70 патронов у меня будет с тройным выстрелом. Пью-пью-пью-пью-пью. Ну... Такая арена довольно-таки легкая. Есть отхилочка, конечно же, можно полечиться. Когда мы впитываем повреждения, у нас сверху эти сердечки, коровы вот на нас нападают. Очень злые коровы. Не надо их подпускать, у них очень страшный чарч есть. И вот мы прошли вот данную арену, выскакиваем обратно в зону вкусняшек. Переходим на следующий уровень. В принципе, игра довольно-таки забавная. Здесь какая-то постоянная движуха, вы бегаете, какие-то монстрики смешные. Я не думаю, что я тут видел даже и половину всех возможных монстров. Разработчики обещают не то, что сами делать монстров, они обещают сделать редактор, ребят. Настолько большой и полноценный редактор, в котором можно будет сделать все, что угодно. Начиная от разных героев, монстров, арен, квестов и так далее. И это еще не все. Разработчик обещает сделать, можно сказать, полноценный скриптовый язык, который можно будет применить к этой игре, и вы сможете на основе вот этого движка воксельного сделать все, что угодно, начиная от RPG, заканчивая какой-нибудь стратегией. Все это можно сделать. Билд можно теперь строить. Как видите, можно еще и прыгать. Да, я забыл об этом, наверное, сказать. А-а-а, убивают. Ладно, не будем получать много повреждений. Давайте, отстреляемся. Да, кстати, очень классная вещь вот здесь лежит. Интересно, а можно с бортика туда запрыгнуть? Ай-яй-яй-яй. Снесло меня бошку. Fire to restart, да, ну, рестарт с этого же места. О, как классно я нашел место для расстрела коров. Как видите, все трехмерно, я куда-то наверх запрыгнул, сверху же и стреляю. Нет, нельзя допрыгнуть, не хватает мощи. Ну так вот, будет редактор, которым можно редактировать все. Будет язык программирования на этой игре, который можно будет сделать в свою игру, можно сказать. И я думаю, многие не применят этим воспользоваться.
Также разработчики обещают созданные с собой лично картриджи, да, с играми, которые будут открываться по мере вашего прохождения предыдущих картриджей. Ну, в принципе, система анлоков, это очень известная система, очень много где применяется. Плюс одна жизнь. Я хочу все-таки уронить вот эту колонну. Мне постоянно... Да, я сделал это. И вот что это за фигня? Это... Бомба. Вот так вот это выглядит. Можно залезть. Вот этот ящик. Давайте посмотрим, что дает. Оп, бластер. С одного выстрела все умирает. И вот следующий портал открывается. Ага, и мы сразу попадаем в переделку. Сжираем аптечку. Ой, это же шоколадки, их можно есть. Уничтожаем все, что тут было. И ой-ой-ой-ой, что происходит? Какая-то достраивается лестница. Очень сильно можно будет заскриптовать игру, как обещают разработчики. Ну, в принципе, вы понимаете, да, если можно будет сделать даже какую-то RPG-игру на этом движке, то почему бы... Почему не должно быть огромного скриптового какого-то интерфейса? И вот сейчас у меня прекращена работа программы. Все-таки она в альфа-версии. Альфа-версия, она предполагает то, что бывают какие-то ошибки выскакивают. Ну, я думаю, как бы с самой игрой более-менее вы ознакомились. Я открыл меньшую толику монстров. Даже я больше монстров уже в этой игре видел, чем я вам сейчас показал. Другие какие-то улучшения, бонусы тоже это все будет. Тут есть дизайнер, да, посмотрим. Вот, собственно, можно создавать, что хотите, творить. На каком-то уровне, тут выше, ниже. Я, конечно, в нем не разбирался. Какие-то объекты уже подготовленные есть. Можно их ставить, генерировать, что угодно и так далее и тому подобное. Ну, в общем, какой-то базовый дизайнер уровней уже есть. Вот. Ну и, конечно же... Давайте какой-нибудь пользовательский попробуем уровень. Вот он идет скачивание. Итак, что-то мы подбираем. Ого! Классная пушка. Какие-то цветы растут. О, тут есть гранаты, оказывается. В это лазер. И еще что есть? X. Ну, собственно, заросло меня. Вот такой вот уровень с растущими растениями, и вам нужно, грубо говоря, работать газонокосильщиком. Кто-то придумал же, а? В принципе, такая вот игра. Оставлю вас наедине с небольшим моим прохождением альфа вот этой вот арены. Самый первый, самый длинный. Ну, посмотрите, поулыбайтесь. Всем пока, до встречи в следующем выпуске. Не забывайте ставить лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал. Thank you.